друзья, забрала козявочку. Вот такая вот. В общем, напуганная, ничего не понимает, растерянная, милая, очень хорошенькая. Девочки очень за нее переживают, плачут. Что, поехали домой, в общем, сейчас ее помоем, приведем порядок, будем снимать вам ее, показывать, рассказывать про нее. Это Соня, за девочку. Народу набежало, все смотреть. Скажи, все меня будут натискали. Не играет, да? Дядя Валя не играет с тобой, да? Валя, чего не играешь с ним? Что с ним не играешь? Вот. Ну ты какой? Злой, да? Злой. Вот это вот модница. Вот привет, Соня. Привет. Валюшки, иди на твою любовь. Валя. Валя, плохой. Плохой Валя. Какая хорошая собака. Ты откуда такая? Красавица. Ну-ка, ложись. Ошейник есть? А, ну кто-то за ней приглядывает, значит. Мне так неинтересно. Так неинтересно, скажи, да? Ну, грейся, отдыхай. Мурчата? Тут кто-то зашел, может? Нет. Кто-то за ней приглядывает, значит. Так, друзья, у нас гости. В магазин зашла собачка. Я говорю, пойдем с нами. Пойдем у меня, побудешь. У нее ошейник, кто-то приглядывает, значит, за ней. Она бездомная, но в ошейнике. Валя подошел сразу знакомиться, давай. Все, Валя, хорошая собачка, не переживай, хорошая. Все, познакомился. Не обидит Валика, значит, пускай будет, типа. Пускай, говорит, да, пускай побудет, ладно. Иди сюда. Ой, скромненький это кобелек. На, кушать будешь? Сейчас покушать сделаю. Не. Кушать будешь? На, покушай. У нас на улице сегодня холодно. Минус 24. Минус 26 даже. Кушай, маленький, кушай. На лапке у него выбрито, видимо, было. Скорее всего, кастрированный кобелек.
Да, малыш? Добренький, хорошенький. Да, ты хороший, добрый пес. Я вижу, да. Будто он домашний чей-то, не знаю. О, какой дяденька пришел какой-то, да? Какой-то дяденька пришел. Ну, то есть за дяденька тут пришел. Известный. Испугалась. Ну, водохлёб, да? Валя, водохлёб. Распалилась попка, и покакать не может, больно. Пукает, пукает, покакать. И ушки она немножко трясет. Терпеленько. Сейчас поедем, дядя Степе. Поедем лечиться. Сейчас поедем, Соня. Поедем попку тебе лечить. Тебя покакать не может, скулит, пукает. О, больно, видимо, ей какать. Подвоспалилась, в общем. И ушками еще мотает. Видимо, и ушки подвоспалились. Может и правда. Может и правда аллергия. Че, Степан, что думаешь? По поводу? Ничего у нее. Закормлю, кусаем много, а какаем мало. Ну, она ушками еще мотает и чешется, наверное. Я сейчас видео покажу. Чешется она от того, что она жила еще раньше с блохами. Не, она не чесалась до этого. Не, это не, у нее не было блох-паразитов. Тужится много, поэтому у нее слизистая маленькая вывернулась, да? Да. Чуть-чуть. Ну, что за месяц покакает, она сейчас, мы ее попоили лекарство. Покакается и понятно будет. А ухи надо лечить, сейчас капельки дадим. На ручки просится, жалуется. Что-то плохо, да? Плохо что-то? А какать не могу, ты скажи. На улице я выведу его, она ничего не делает, уже выводил на улицу. Когда скулила она. Давай, 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 давай. Будто на улице что-то просится, да? Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. А, писить. Думал покакать. Все время что-то вот на улицу ее тянет. Хочет вот забраться и в окошко смотреть. Давай. 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 Все время пытается что-то наверх куда-то собраться. Вот, видите, и на улицу вот. Куда хочет. Сейчас на улицу выведу, ладно, то сейчас на серии тут еще. Да хоть тут уже какай, ну. Смотри, не упади.
села, представляете, на улицу просилась покакать. Ура! Это ты что, это ты на улицу просилась, что ли? Ты прям такая у нас взрослая собака уже. Ну ты умничка. Пойдем. Пойдем. Ждет, когда я зайду. Пойдем. А, Валика нет. Валика ждет. Где дядя Валя, да? За Валей побежала. Ой, за Валей побежала. Пойдем, пойдем. Соня, пошли. Соня. Да, скажи, где дядя Валя, да? Где дядя Валя? Ищет, ищет, ходит. Довольны. Где дядя Валя? Ой, довольны. Все, ры. Ну чего? Ушами машет все. Ушами машет все. О, это ножки стула лежит, как всегда, как обычно. Она любит. Ой, какая вкусная ножка. Стула, ням-ням. Смотришь, да, как бьет. Уж дядя Валя такой красивый. Едем покупать переноску и этот, делать штампик в паспорт, что она здоровая у нас, готовая к полету. Там есть специально в паспорте отметка, куда можно ставить место. Все, Валюша, Соня сегодня уезжает от тебя навсегда. Ты скучать будешь, я вижу. Валя. Да? Ой, Соня как будет скучать. Да, Сонечка? По дяде Вале будешь скучать? Сонечка, поехали. Полетели в Москву. Маленький, иди ко мне, золотце. Пойдем. Пойдем, маленький. Иди ко мне, золотце. Иди ко мне, пойдем. Куда, говорит, собрались, Саня? Мне так хорошо с дядей Валей, да? Давайте-ка же не поедем никуда. На этом моменте мы прервемся, и я скажу вкратце, что будет происходить-то дальше у нас. Дело в том, что Сонечку захотела забрать семья из Лондона. Они увидели историю слепой Маши, которая уехала тоже также в Лондон. И решили попытать счастье, написали мне. Я с ними пообщался, позадавал вопросы письменно, пообщался по видеосвязи. Классные ребята, хорошая семья. Хозяйка Зоя, она белорусская, ее муж поляк. У них большая семья, дети, дом. И было решено отправиться мне с Соней в Москву и дальше уже автотранспортом отправить Сонечку в Лондон через всю Европу, через Бельгию. В Москве меня встретили наши подписчики, это Юля и Руслан. Они забрали Сонечку к себе на 2 дня, передержали ее, пока я в Москве делал свои дела, пока отдыхал. И затем мы вместе с ними, ну, в общем, смотрите дальше, а то сейчас все расскажу, будет неинтересно. Сонечка, Сонечка, ну чё, как летела? Как летела? Ничего не понимаю, детка, чё такое было, да? Шумно, темно, да? Куда мы? Так, привет, привет. Привет, привет. Да, спасибо. Саша. Руслан. Юля, привет.
Приятно познакомиться. Вот приехали меня встретить, помочь мне. Сейчас меня везут отдыхать. У меня сегодня как-никак день рождения. Могу выспаться хотя бы, да? Вот. А ребята присмотрят за Сонькой до завтрашнего этого отъезда. Кусательница. Ой, ну идиллия. Боже мой. Боже мой. Так, друзья, значит, мы ожидаем машинку, которая Соню должна забрать, и уже поедет она. Ребята со мной до конца решили пойти. Даже дальше. Ну, говорят, надо закончить дело, да. Машина хоть на день задержалась, сейчас вот поздний вечер уже такой. Ребята, говорят, ее выводят на улицу, а она сразу домой бежит быстрее с улицы и дома на пеленочке все дела делает. Молодец. Все, Сонечка. Все, Сонечка, маленькая, испугалась ты моя золотая. Все, Соня, выезжает. Такой путь проделали мы с ней. Да, Сонечка, такой мы путь с тобой проделали. А тебе еще сколько предстоит, красавец ты наш. Ответь, сколько, друзья, людей объединилось вокруг судьбы маленького щенка из ямки, да? Который вообще никому не нужен был. Вот. И все мы вместе, да, с подписчиками, вот с ребятами. Хорошо, вот. Что есть добрый. Юля тоже, он. Да. Плачет тоже. Плачу. Не плачь. А, я не вижу, наверное. Все, вот, потихонечку, и отправляется она у нас. Сонечку мы передали автопереводчику, который из Москвы доставляет животных по всей Европе. Вот стоимость, например, перевозки Сони из Москвы в Лондон была около 120 тысяч рублей. Ну, плюс все затраты. Полная стоимость вышла где-то в 200 тысяч рублей. Но для меня главное, если мы нашли отличную семью, классную, то я отправлю ее хоть на Луну. Главное для меня — это счастье моих подопечных. Вот так вот щенок из ямки отправляется на машине через всю Европу в Лондон. Сейчас. Не заходите.